Может, пулик выбью. Надеюсь, его, конечно, здесь нету, потому что тогда это будет проблема. О, мой, да вы издеваетесь. Что, ни хрена себе. А это вообще законно? Почему так много здесь камней серных? Я же и бегал, здесь не было их столько. Что за дичь происходит? Слушайте, реально я здесь бегал, но я ни разу не видел такого количества. А, погоди, а если здесь спаун происходит, как спаун вот этих вот всяких хреней, возможно, просто везде пособирал, они в одном месте нареспились. Напишите, кстати, кто в курсе, как это вообще спаунится. Просто я здесь реально сколько раз не бегал, я не видел такого дикого количества. Ну да, я там по горам, конечно, полазил довольно-таки знатно. Есть ли определенные места спауна? Если они есть, я здесь столько серы наберу, что это просто писец. Вон еще сера. Угу. Зарейдили или нет? Да, зарейдили. Вот что взрывалось. Понятно, что тут взрывалось. Дверь скроем, посмотрим. Здорово, чувак. Странный он какой-то. Он на сервер только недавно зашел. Чё? Судьба положить какие-то ресы. Неплохой лутбокс. Ему не понравилось. Его реально походу рейданули или какая-то это обманка. Что-то меня терзают смутные сомнения. Очень. Ладно, чисто ради принципа проверю. Какая красивая это у него хатка была. Раз обойма. А ну-ка, как калаш у нас израсходуется. Ну, это я не сомневался. Но... Не, странный чувак, странный. Чё ему не понравилось-то? Я могу предположить, что он сюда зашел, но когда понял, что... Здесь не добываются так ресы, как он хочет. Он вышел. Это уже не первый человек, который так делает. Ему, в принципе, интересно.
А он тут накрафтил эти хрени. Не первый человек уже. Эти вот 49, сколько тут, 38. Походу здесь как-то идет автоочистка, потому что народу заходит сюда в действительности много, но многие уходят. Кстати, я железо тоже собираю. Давай посмотрим, у него есть. Бивать-то мне его незачем, но то, что он так сделал, ну блин. Даже для меня странно. Не понравилось что-то с серой. Ну, походу дела. Жалко. Я не понимаю, что за херня здесь происходит. Но три домика я смотрел, которые были железные. Их нету. Один был частично ВК-шный. Не знаю, погоди-ка. Пошел нах. Как мне на ракеты въебло. Вот было, вот мне бы тогда свезло. Слушайте, я не знаю реально, что происходит. Это очень странно. Может, ролик купить, патроны все. Ну, хотя я могу в нее вроде эти. Сейчас все равно ночь. Куда не побегу. Блин, ну слушай, это странно. Надо сейчас попробовать как-то все-таки выйти хотя бы с контакт с админом, может, на команды добавил. Странно, реально, хрень какая-то. Как-то вообще не понимаю. Кибитку я строить не буду. Но это меня озадачило очень сильно. Не пойми, откуда появилась сера. Огненных может подкупить. А давай подкуплю две штучки. Сомневаюсь, что я с того чувака что-нибудь полезное, конечно, выбью. Слушай, это очень реально все странно. Шли к комфортной температуре, как раз пока подхилимся. И, кстати говоря, кто не в курсе, если комфортная температура, вы можете хилиться очень хорошо. О, странно, странно. Ладно, пойду себе кофейку пока сделаю. Так, здесь постройка начала гнить. Почему другие не гниют? Вот в чем вопрос. Есть у меня одно предположение, но мне оно вряд ли понравится. Если оно так. Надеюсь, это не так. Так, щира неподалеку от меня есть. Смотри, как камня много. Блин, такого ни разу не видел. Думаю, стоит туда идти или нет. Любопытно. Очень любопытно туда заглянуть. Так. А я тут.
серки маленько копнул. Слушайте, я не знаю, куда делись постройки, но реально 3 домов нету. Просто тупо нет. Это немного меня беспокоит. Так, пещера одна. Вот второй тут вход, да? А нет. Так. Давай-ка я нычку сделаю. От греха поотдаль. А то серу будет жалко. Фишки еще можно сныкать. Давай вторую. Но остальное это не столь ценно. Давай сходим посмотрим, что там есть, в принципе. Факел я хоть смогу сделать? Или я настолько молодец, что ж просто полный звездец? И все ненавижу. А, да, я в курсе, что у меня еда кончается. Блин, тут даже пожрать нечего. Ну. Да. Мне кажется, они сюда заныкались. Ну, вряд ли. А может и меня рейдят. Так. Конечно, пожрать вы мне тут ничего не дадите. Ладно, от голода тут, если помру, возражусь. Но очень надо посмотреть, что же тут есть. Сейчас с факелом получше было. Сорян. Блин, да это ж нормально прыгал на другом серваке. Да ёп. Так.
Все, делаем ставки. Тут или не тут они. Надо сейчас на турку не нарваться. Да ты издеваешься. Колодец, да? Уж их здесь нету. Серьезно, что? Да, их здесь нету, слушай. Странно, странно. Да нет, такого быть не может. Слушай, а их здесь нету реально. Где же их база? Здесь еще вот домик был, который я показывал. Куда вот он делся, я понять. Ну ладно, будем выбираться сейчас с этого подземелья, блин. Ну что, пошли посмотрим. Смотри, ПМВК уже начал делать. Заборчик построил, молодец. Так, если сделать все аккуратно, то никто не пострадает. Я вот что-то не понял про это дерево сейчас, ну да ладно. Табличка, насколько я понимаю. Они одинаково уходят. Что тот, что тот. Тогда сюда куда-нибудь будем бить. Так поэффективнее будет. Может, гранатометом? Давай гранатометом пару раз жахну. Да, я убеждаю, что гранатометом не очень выгодно. Ну ладно. О, как у него тут все. Что есть? Добьем так.
Давай-ка поизучаем-ка отдачу. Кстати, тут отдача очень интересная, по ходу дела. Это я так... Вот и лутовая. Понял. Так. Блять! Быстро. Так, и... А, R15 урон. Забавно. Он турельку поставил. Молодец. Вообще-то... Он играл почти весь день, мог бы... Это еще, смотря кто это еще. Вообще, друзья, по моему опыту. Я сначала делать маленькую кибиточку. Развивать как можно больше технологий. Да, скорее всего, придется сишкой закидывать. Не очень бы хотелось. Боюсь, там чувака главное не убить. Надо посмотреть, где он там вообще. Может, фундамент проще сбить, а? Вот мне кажется, фундамент будет проще сбить, да и голову не парить. А давай-ка с сишками попробуем фундамент взорвать. Почему? Гандрапов не вижу. Чувака тоже не вижу. Да вот он ламп поставил. Так. А где сам хозяин? Где хозяин?
Слушай, мне нравится. Как я тот раз забрался сюда. Ага. Где хозяин-то? Блин. Я все хозяина пытаюсь найти. Но я теперь знаю, что гантрапы точно работают. Без нажимной пластины. Но я не в фуловой броне был. Надо было проверить фуловую броню. И мне непонятно еще также... Так, у хозяина вроде спит. Приодеваемся. Ой, по поводу того, что не надо рейдить новеньких, слушайте. Это X100. Здесь не успел развиться, твои проблемы. Может, у меня пара уже задолбали, где рейды, где рейды. Будут в расте, потому что это игра про рейды. Только я утро подожду. Ничего толком даже здесь не потерял.